Но я даже представления не имел, как крутить, но у вас игры используются активом проекта дабстепа. И теперь я ясно всем представляю, как это делать. В общем, все басы, которые я накрутил, такие интересные, это все благодаря Денису. Скажи, сколько занятий ты занимался? Ну, короче, сколько времени? 2 месяца уже получается. 2 месяца, по 4 занятия, 8 занятий по 2 часа. И сколько времени ты сэкономил, как думаешь, благодаря этим занятиям? Я никуда не тороплюсь, но очень быстрый прогресс. При надлежащем, как бы сказать, выполнении домашних заданий и стараниях. А что ты посоветуешь людям, которые принимают решение, возможно, прийти и не прийти? Обязательно стоит идти, потому что ты дома сидишь в замкнутой системе и не имеешь представления о многих вещах. Главное. Замкнутая система не развивается, поэтому надо идти и заниматься, и обязательно профессионалам подскажут, где ты ошибаешься, в чем ты не прав и кто ты вообще такой. Басы, которые накручены очень интересным образом, интересно подать все благодаря Денису. Больше нечего сказать, будем расти дальше заниматься.